Россия получила от Минобороны Лаоса 30 советских танков Т-34. Машины стояли на вооружении бронетанковых войск этой азиатской республики. И потому все они в хорошем состоянии. Технику доставили по морю во Владивосток, а оттуда по железной дороге ее перевезут в Наро-Фоминск. В Подмосковье танки реконструируют и будут использовать на военных парадах. Отмечу, 34-ки передали России в рамках военно-технического сотрудничества между странами. А договорились об этом в январе прошлого года при участии главы Минобороны Сергея Шойгу. И еще о Т-34, но уже о фильме. Картина Алексея Сидорова установила в прокате сразу несколько рекордов. Лучший старт среди отечественных картин и среди всех январских премьер. Ну а главное, приключенческому фильму всего за 6 дней удалось стать рублевым миллиардером по сборам. Так быстро ни один российский фильм не выходил на эту планку. Общая выручка картины Т-34 постепенно приближается к 1,5 миллиардам рублей.